Я рад, что ты смог уцелеть, КВ-6. Наши дела плохи, их слишком много. Тут опасно оставаться. Я телепортирую тебя в нейтральные земли. Я не оставлю тебя на погибель, Рагер. Я тебя найду, обещаю. Нет, прошу. Надеюсь, он сможет сам выжить. Сейчас ты умрешь, КВ-6. Левиафан! В этой шахте только один выход. Тебе конец, КВ-6. Двигателю конец. Похоже, здесь я и погибну. Левиафан, ты не меня ищешь? Алмазная броня? Я знал, что здесь замешаны нефридовые стражи. Только они умеют работать с алмазами. Но это тебе не поможет, КВ-6.
Левиафан проиграл схватку, но война еще не окончена. Вижу противника, уничтожить его. А как сюда попали японцы? А это что еще за маус переросток? Калибр у него не маленький. Выезжать из укрытия – это верная смерть. Интересно, что из него дропнется. О, с такой бабахой я буду непобедим. Нужно бы ее испытать. А это что за груда металла? Yeah.
И это ты называешь ударом? Вот это я называю ударом. Я бессмертен. Я его пробиваю, но он этого как будто не ощущает. Этого монстра нужно стереть в пыль. Я тебе в этом помогу. До сих пор думаешь, что ты бессмертен? Так и есть. Я так и думал, что тебя все-таки можно будет уничтожить. Он еще жив. Левиафан тебя найдет, и ты станешь таким же, как я. Сириус, нам нужно убираться отсюда. Я тоже так считаю. Этот слуга Левиафана у нас на хвосте. Мы не сможем его одолеть. Нужно оторваться. Я его задержу, и ты сможешь укрыться. Мы не можем провалить задание. Ты прав. Я должен уничтожить завод немцев. Мы в шаге от победы. Желаю тебе удачи, Сириус. Я тебя остановлю, Цербер. Станешь одним из нас. Осталось только доставить тебя к Левиафану.
Это все, на что вы способны? Карл 44, ты ли это? Прежнего Карла больше нет. Тебе конец, Сириус. Переходи на нашу сторону, Сириус, или умрешь. Я лучше умру, защищая Родину, но не стану предателем. Ты сделал свой выбор. Сириус, я даю тебе последний шанс. Прошу тебя, сделай правильный выбор. Будь ты проклят, Карл. Умри! Я не рассчитывал встретить тут КВ-44. Будет непросто. Это тебе за Сириуса. КВ-44, ты опоздал. Наша орда окрепла, а Левиафан собирает всех соратников. Вы проиграете войну. Я один равен половине силы вашей орды. Вам не победить нас. В этих землях ты и погибнешь, КВ-44.
но ты умрешь первым. Уничтожим их орду изнутри.